Хей, йоги, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Ori and the Blind Forest. Короче, я пособирал то, что тут было. Оказывается, 100% это не значит то, что там что-то есть. Ну, то есть, в плане того, что... То, что я все собрал. Оказывается, 100% это значит, что я открыл карту саму на 100%. То есть, вот место, куда я уже не могу попасть... 98, то есть вот где темные участки, это те самые 92%. Окей, в чем еще? А, точно, еще от Full Edition, ну не Full Edition, как оно? Difference Edition называется, не помню как точно. Можно заходить в те локации, где мы уже были, которые уже разрушены, их нельзя восстановить. Так, давайте мы с вами прокачаем, что я тут могу. Ну, в принципе, все, да. А что они мне показывают? Ячейки энергии на карте. Ну, блин, метки жизни мы уже все собрали. Мне просто на самом деле не хватает одной метки... вот этой вот манная. Я не знаю... Ну, скорее всего, она где-то здесь будет... Ну, жизнь у нас все есть, ладно. Не суть, поэтому просто бежим. Тут можно будет засейвиться, поэтому я сюда бегу. Так, окей. А, это оно закрыто. Ну, ладно. Нам главное добежать с вами быстренько там, где у нас тепло. Туда довольно быстро добежать. Да, там можно и так. Тьма привела их в это проклятое место. У врот гор Хору было принято сложное решение. А чем оно сложное? Но сюда только раньше можно было довольно тяжело добраться. Источник тепла Нибели, его слава отгорела. Ори, если мы войдем туда, то уже можем не вернуться. А, то есть хотите сказать, я бы... Ну ладно, давайте, смысл мне. Гора Хору. А, элемент тепла близко. Так, но гора, я никогда не видел ее такой. Мы так далеко зашли, так много потеряли. Отпуск поздно, надо вступать в бой. Ага, вот здесь мы еще можем, в принципе, найти. Вот. Ха. Ха, я умею плавать по лаве. Вот то, что мне нужно. Ну, я понял, что я тут не пройду. Ясно, понятно. А-а-а. Вон на чё. Так, подожди. В смысле? Неустойчивая поверхность, блядь. Окей. Просто здесь славно, но меня ваншотнет. Это по-любому.
А иными путями я не знаю, как туда попасть. В принципе, я дошел. А, там ничего нет, ладно. Ну, давай сюда. Как ее? А, ну тут легко, ладно. Бац. Тут на самом деле ничего сложного. А нифига, подожди. Стоять. Как мне вообще вернуться обратно? А, ну суть, короче, я понял. Да, суть я понял. Смотрите, что мы делаем. Бац. Может, на самом деле здесь намного проще. Но я как бы отсюда не смогу сюда куда-то заблинковаться. Как бы. Ладно, можем сделать таким образом. Вот и все. То есть там мили... О, в виде пираний прикольно сделано. Так, одни врата я закрыл. Одни врата я закрыл. Пока не сражались, не на жизнь, а на смерть среди огней Хору.
Нару хотела лишь увидеть своих детей еще раз. Ну тут есть свет. Так. Бац. 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 Это похоже, что эти камни достаточно устойчивы. С помощью моего света мы можем использовать их, чтобы помешать распространению лавы. Мы просто поток лавы, да, закрываем ведь? Я надеюсь. Ну да, мы просто проходы открываем. А, так тут... Лава уже начинает пропадать. Понятненько, понимаю. Тогда все понимаю. Но оно все равно горячее. О, секретка. Ах, у меня кусочка камня нету. Ладно, сохранюсь. Так. Ну, погнали сюда. Получается. Нихера там. Ну типа там не сложно, но там слишком запутано. Ну, там... Ладно, сейчас покажу, что я имею в виду. Ай, мне... Монати маленькие, какие наглые. Ладно, сейчас с этими разберусь. Смотрите, в чем херня? А теперь вопрос, куда мне теперь? А, я понял. Сейчас он проедет, типа вот это. Я сброшу камень вниз. Но не вы мне камень прикроет. Только не под ровным углом.
Ту-т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 у-
Мана, тут три прохода. Ай, я думал, там пройти можно. Буду надеяться, то, что мне хватит. Ага. А чё ты вышел? Мне просто полететь хотел. А, так мне просто их уничтожать надо. Так, и что я сделал? Походу я открыл, да, проход наверх. Ну это легко было. Это реально легко было. Так, у нас еще остается две головоломки. А, стой, там тоже камень был. Нет, это не камень. Тык-тык, тык-тык. Я не знаю, с чем здесь связано, но я понимаю, что мне нужно, походу, убивать их. Вон она чё. Так, вот здесь, я думаю, лучше сохраниться, потому что если лава будет за мной гнаться... Это легко. Я играл много платформеров, где нужна сноровка. Ага, мне нужно с другой стороны это сделать. Ауч. Ладно, сохранить, чтобы время меньше тратить. Бац, бац, бац. Бац,
Бац. Я лав выключил. Нихера тут сколько их. Тут 8 головоломок. Да, здесь огонь в порядке. Ну, мы будем просто идти по очереди вот так. Да и все. Ну и все. Да? Типа здесь на скорость, но мне это не повредит. Вы видите, типа, результат какой. А, смотрите, а там больше нету головоломок. А, вон оно что. Ага, теперь вернуться бы еще обратно. Вот вернулся обратно, а теперь немножко становится тяжелее. Фух, выживание. Сохраняемся. Так, там я был. Ой-ой-ой. Какой по мне расстрел идет. Вон оно чё. Там-то больше уже нету ничего. А, нет, лава, подожди. Я тут был. Ладно. Подожди, я хочу проверить. А, не, лава есть, чё. Чё я туплю? В чем прикол? Не, я просто не понял, как мне шар тогда забрать. Че, я умираю? Странно.
Я понял, это знаете, типа, если ты идиот, чтоб ты сразу умер. Нет, я не понял. Сначала я думал, что я понял, но потом я понял, что я не понял. Почему? Странно. Как же это странно. Точно. Почему я забыл то, что я могу вообще-то толкать его? В натуре. В натуре. А в натуре. Подожди, я смогу. Вы думаете, я не смогу, а я смогу. Ай. Так, подожди. Сохраниться. Да. Все, я закрыл лаву. О, да, и там он как раз сфера, еще с другой стороны. Мало, тебе еще успел сбежать. Там же лава пропал? Нет, не пропало. Эх. Давайте как раз посмотрим, где это последний была херь. Ну, типа, я имею в виду сфера. Сфера, которая мне нужна. Как она хотя бы выглядит? L. Как синяя сфера. А, народ, если она очень далеко будет, я надеюсь, вы же не обидитесь, если я за ней не пойду. Хотя, мне кажется, уже будет конец, потому что... Мы отсюда уже не сможем выбраться. Нас предупредили, что пути обратно не будет. Поэтому ладно. Так, это последний, да, у нас рубеж? Окей. Ни хрена.
А, я понял. Я думал, это все. Ауч. Мана тут. Как все стремительно быстро. Я полностью лаву высушил. Понимаю. Ребят, давайте, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Hey, yo, guys, с вами Шмики, мы продолжаем бродить игру по названию Ori and the Blind Forest. И это, скорее всего, будет у нас последняя серия. Так. А, о, не, он горячий, я думал... Я думал, он не горячий. Так, окей. Вопрос, а что я с этого получил? Мы лаву выключили, точно. Пойди, с той стороны не должно быть лавы, да? Так, здесь ничего нету. Сохраниться. А, нифига. Ау. Ау. Сохраниться. Использовать, чтобы войти. Ладно, там ничего нету пока что. Если это что, я там соединю видео. Элемент тепла наш. Восстановим элемент, и мы сможем устранить последствия ее гнева. Давай восстановим.
Ага, ну а я буду просто бежать. Я просто бегу. Это что было? Интересно, то мертвая точка была или нет? Походу, все-таки есть здесь точки, где меня не может достать сова. Я понял, у меня время, оказывается, поджимает. Так, у меня мухи начали появляться. Это херово. Я и сохраниться не могу. А, то есть у меня так мало времени, чтобы типа сбежать? Ладно. Не, я понял. Ух ты ж, ё-моё, чуть камнем не прибило. Тут даже сейва нету. Ой, я забыл. Бегу. А, только центральная, оказывается, поджигается. Все. Она оставила их гореть. Она думала, что погасила мой свет. Ори, вставай, прошу. Древо духов, так близко. Он наша последняя надежда.
Древо духов уже рядом, остается всего лишь один шаг. Лес гибели живет вновь. Игра красивая. Фух, тихо. Ну опять слезливые моментики эти. Типа она понимает, что она натворила, что все начало гореть, и оставшееся яйцо там осталось в огне. Ну вот, ребята, в принципе, и все. Если же говорить об игре, да, если ее там оценивать, это шедевр. Ну, лично я считаю, это классная игра. Я, скорее всего, эту и объединю и при последнюю серию. Потом вы не отключайтесь сразу. Что можно сказать об игре, в принципе? Довольно очень хороший сюжет, в который рассказывается нам без каких-либо слов. То есть все нам демонстрируется, даже если нам не рассказывал диктор, да, который там читает, вот это нам рассказывается историю, но мы бы сами, в принципе, все поняли из виденного. Игра, да, тут не было битвы с боссами. Во второй части, по идее, они будут. Я читал, боссы, будут локации. История будет связана с первой частью, то есть, скорее всего, что-то будем, ну, посмотрим. Ну, на самом деле, вот, с первой части, если так говорить, довольно большое количество врагов, ну, конечно, не повторяются, но...
Да, они, в принципе, повторяются. Не очень большое количество и разнообразие врагов. А, довольно прикольная локация. Взять ту же самую локацию, где у нас все из шипов было. Это горы, да, то есть это какой-то там пик. А последний, это вот с лавой ее, где у нас были головоломки. И взять, ну, по моей мерке, самое прикольное, это была у нас галлюциногенный лес, где у нас туманная была область. Также можно отметить здесь это прокачку, то есть здесь RPG элементы есть. Здесь есть как основная прокачка, так и второстепенная. Здесь есть что, то, что можно находить, это элементы маны, которые мы вообще, считайте, не использовали. ХП, уровень. Ну, как вы понимаете, где-то я упустил один элемент прокачки. Нет, я потерял где-то одну сферу. Я потерял сферу маны одну где-то. А опыт я... Ну, именно уровень. Я собрал весь. Так что я, до этого момента я прокачал себе способность показывать шары сферы уровня. А также можно отметить, наверное, музыку. Довольно красивая музыка. По истории довольно... Ну, так сказать, меня три раза задело. Сюжетка, именно до слез, да, то есть это, ну, в принципе, начало, начальная часть это такой себе, то есть не сильно, но с совенками это, да, это сильно. И в третий, ну, третий момент тоже был не такой сильный, ну, типа, когда сова уже поняла, что происходит, но это все равно довольно среднее. Ну, с советами это самая сильная, наверное, часть. Ой, такая себе. Также, наверное, можно отметить еще плюс большой к игре, это пасхалки. Пасхалки есть. Я там заметил пасхалку еще, когда видео рендерил. Там, где были древа, то есть деревья, да, срублены, мы там где-то проходили между ними. Там еще шипы начинаются из розы. Там была пасхалка, которая относится к Зельде. Там были эти так называемые кружки. Ну, не кружки, а эти треугольнички. Это знак Зельды, я не помню, как она там называется. Но я помню, что это из Зельды. Это как в Панч, где я играл мужиком. Там Гавайи и все такое, где мы еще в последней миссии в Мозгусе были или в желудке, я так не помню. Тоже там была отсылка к Зельде, вот этот знак их не фирменный. Enhanced, thank you for congratulations. И еще можно отметить, пасхалки это был Марио у нас, это труба. На мидбоя это холм. Ну, в принципе, больше ничего такого не заметил, только три пасхалки. Ну что, ребят, давайте, я думаю, тогда мы на этом закончим. Я эту серию предпоследней объединю, да, и все. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до новых встреч. И, скорее всего, будет потом, через какой-то промежуток времени, уже вторая часть. Мне просто нужно еще допройти предыдущие игры, которые начал и опять забросил. Не знаю, почему именно так, но ладно. И там все еще игры нужно проходить некоторые. Поэтому всем пока.